В интернете сегодня появились кадры столкновения катамарана и баржи на Волге. Съемка не очень хорошего качества, но по бортовым огням можно разглядеть траекторию движения обоих судов. Видно, что прогулочная Елань-12 на полной скорости мчится прямо на многотонную баржу. Она хорошо освещена, и не заметить судно очень сложно, потому не исключено, что пьяный владелец катамарана покинул штурвал и обрек на гибель 11 человек. Сейчас лодочная станция, с которой выходил Елань-12, закрыта, ее директор арестован. На Волге проходят проверки. Какие результаты они могут принести и не повторится ли подобная катастрофа в других регионах? Расследование Александра Бузаладзе. Мы находимся на самой середине Волги, а это тот самый остров Голодный. Отсюда судно «Елань-12» уходило после вечеринки, а вот здесь оно и потерпело крушение. И вот сейчас мы с сотрудниками ГИМС пытаемся провести инспекционную поездку, но Волга пустая. Ни одного корабля, ни одной прогулочной яхты. О чем это говорит? Что практически у каждого есть нарушение. У главной набережной центрального района Волгограда десятки пришвартованных лодок и катеров. Картина удивительная. Обычно весь этот транспорт на воде перевозчики зарабатывают деньги. После крушения катамарана, унесшего жизни 11 человек, сотрудники госинспекции по маломерным судам начали экстренную проверку. Все суда без документов вытаскивают на берег. Меры приняты, но слишком поздно. 11 июня около 10 вечера прогулочный катамаран «Елань-12» столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин». Вот первые кадры с места, куда катамаран отнесло после крушения. Спасатели использовали для поиска людей дроны с инфракрасной камерой. Живыми на берег удалось поднять 5 человек. Остальные 11 погибли практически сразу после столкновения. Среди них 17-летняя школьница. От сильного удара судно перевернулось, люди оказались в заблокированном трюме. На следующий день катамаран извлекли из воды. Вот оно, то самое злосчастное судно. Елань-12, катамаран довольно внушительных размеров. Теперь это вещественное доказательство. Исследователям предстоит выяснить, по какой же причине произошло крушение. Сейчас уже известно, что компания собралась на катамаране, чтобы отметить сразу 2 дня рождения. Жены инспектора технадзора местного управления ГИБДД Александра Алифашкина и его коллеги, командира роты майора Виталия Неграша. На судне он был вместе с женой Еленой и 17-летней дочерью Ингой. Незадолго до крушения они отправили родственникам видеосообщение. Ты убила нас, честно. Никому из этих людей спастись не удалось. Погиб и владелец судна, скандально известный Дмитрий Хахалев. В прошлом он был депутатом городской думы Волгограда, после возглавлял один из районов. Затем ударился в бизнес. 10 лет назад Хахалев был судим за сексуальное насилие, хулиганство с применением оружия, оскорбление сотрудников власти, нанесение побоев. Говорят, и после этого он не раз становился участником пьяных выходов. Предположительно, в момент крушения Хахалев находился под следствием по обвинению в сексуальных домогательствах. Непонятно, что могло его связывать с сотрудниками полиции. Все считали, что это его яхта. Не было ни одного человека, который бы в этом усомнился. А требовать у Димы, допустим, договор купли-продажи или какие-то документы, ну это нонсенс. Владимир Оплеталин – настоящий собственник катамарана. По документам «Елань-12» до сих пор числится на нем. Говорит, не раз предупреждал Хахалева, что судно не подходит для ночных прогулок. Управлять им может только человек, прошедший специальное обучение. У Хахалева не было соответствующих прав. За штурвалом стал пьяным, на борт взял 16 человек вместо положенных 12 и шел без ходовых огней. Катамаран засверкал лишь после того, как баржа подала звуковой сигнал и направила на судно прожектор. Но было уже поздно. А это та самая база речных катеров. Именно отсюда свое последнее путешествие уходило судно «Елань-12». Это последняя запись перед крушением. Капитаны и его пассажиры направляются к судну. В руках надувные шарики и провизия. Алкоголь ящиками. Возможно, компания была уже навеселе, но никто из сотрудников лодочной станции ее не остановил. Они обязаны перед выпуском убедиться, что судоводитель взял с собой удостоверение, взял с собой судовой билет, что у него есть норма и что он трезвый. Директора лодочной станции суд отправил под арест. Леониду Жданову грозит 7 лет за то, что он выпустил на воду катамаран без регистрации и разрешения на перевозку людей. Это Максим из Волгограда. Он типичный представитель речных извозчиков. Прогулка на мощной лодке у него стоит 10 тысяч рублей в час. Под видом клиентов мы попросили Максима об услуге. Максим, а если мы там с тобой немножко алкоголя возьмем, это ничего? Нет, вы-то вообще можете хоть вдрызг напиться. А это можно да. Будет? За штурвальчиком ей немного, ну буквально если там. Никого рядом нет, конечно, можно. Почему? Еще Максим сообщил нам шокирующую информацию. Елань-12 и многие другие пассажирские лодки работали
нелегально. Катера у нас все без регистрации, то есть чтобы налог не платить, все как бы ставят и снимают там на ключ, грубо говоря. Ага. А до этого, значит, они, получается, разрешали без регистрации ходить? До этого никто ничего не проверял, вот там выехал, там что, все они знакомые, о, привет, привет, что, как, ну, все нормально, там, все. Не пьяный, не сильно, уезжает. Репортер местного информагентства Артем Магницкий проводит собственное расследование. Он знает, почему затонула Елань-12. Как на Волге работает инспекция по маломерным судам и транспортная полиция. Все авторитетные люди, как правило, выходят без всяких правил. Просто пользуются, возможно, связями. Либо просто им никто не указ. Вот. Если бы кто-нибудь даже попробовал бы Хахалеву сказать, ну-ка, погоди-ка, давай-ка проверим, все ли у тебя в порядке, я думаю, он бы был бы послан далеко и надолго. У пассажиров катамарана, похоже, не было шансов выжить. Ежедневно рискуют жизнью и сотни других любителей водных прогулок. А это Байкал. Капитан прогулочного судна не реагирует на требования полицейских остановиться. Вместе с изумленными туристами на борту пытается скрыться. Начинается погоня, но уйти не получается. Вы кто являетесь? Командир судна, да? Я? Я друг, командир. Командир, а друг? Ну, я, да. А командир управляет? А? Командир управляет? Ребята, в чем дело? Оказалось, капитану есть что скрывать. По данным полиции, у судоводителя нет прав на управление теплоходом. Пассажиров больше, чем должно быть. Вместо 12 – 14. Половина из них – дети. Кроме того, на людях нет спасательных жилетов. Средства спасения якобы хранятся в подсобном помещении. В трюме корабля канистры с топливом, что тоже недопустимо. В погоне за прибылью смертельная халатность становится закономерностью. Эксперты сравнивают путешествие на корабле-нелегале с игрой в русскую рулетку. Играть в нее продолжают и судовладельцы, и их пассажиры. Александр Бузаладзе, Дмитрий Шутас, Максим Ахметов, Людмила Гайнудинова, Диана Джемилева, Екатерина Бабкова. Вести, дежурная часть из Волгоградской области.